Всем привет на моем канале. В этом видео речь пойдет о подключениях. Как вы видите, здесь у нас разного рода проводочки, шнурочки. Очень часто спрашивают, как же подключить приставку, например, либо ТВ-тюнер, у которого есть HDMI, к телевизору, у которого нету HDMI, а есть только лишь тюльпаны, либо SCART, либо другой разъем старого типа. На AliExpress продаются переходнички, на которых с одной стороны HDMI, а с другой стороны вроде бы как тюльпанчики. При этом там нету никаких схем, там просто провод. Очень сомневаюсь в том, что оно будет работать. Потому как цифровой выход HDMI очень сильно отличается по передаче сигнала от обычного аналогового тюльпана. Соответственно, покупать такой кабель, у которого с одной стороны HDMI, а с другой стороны тюльпан, не имеет никакого смысла. Зачем они используются, вообще не понимаю. А вот что точно работает и проверено, это у нас HDMI, 3 RCA в науке, либо тюльпанчики, либо колокольчики, как мы их просто называем, HDMI. Есть вот такой вот переходник мини-джек, как на наушнике. Здесь 4 контакта, на наушниках 3, здесь 4. Он чуть будет подлиннее. А с обратной стороны 3 этих колокольчика. Это сейчас очень сильно часто практикуется на приставочках, как Android TV боксах, так и на спутниковых и различного рода других приставках. Но зачастую бывает, что нет вообще тюльпанов, а нужно подключиться. Значит, тогда у нас на помощь приходит вот такой точно работающий способ. Это HDMI to AV конвертер мини. Здесь у нас есть input вход, к которому мы подключаем выход с нашей приставочки HDMI. А здесь у нас output выход, который у нас стерео, кстати говоря, к которому мы уже подключаем тюльпаны, которые уже потом идут в наш старый телевизор. Здесь есть два типа системы видео, PAL и NTSC. А также питание. Обязательно должно быть питание, потому как конвертер не может работать без питания. Очень часто эти конвертеры питаются от самого выхода HDMI. Но я рекомендую поставить отдельно либо блок питания, либо запитаться. Вот это USB старый кабель, мини-USB. И на USB он идет в комплекте. Запитаться либо отдельно от какого-то зарядника старого, либо же запитаться от USB порта приставки. Приставка, тюнер это, будь ли какое-то другое устройство. В любом случае, как правило, там два USB порта. Один у вас будет свободный, а второй будет питать эту приставочку. Чтобы не нагружать HDMI еще вот этим вот конвертером. Mini HDMI to AV. То есть эта штука работает 100%, я ее проверял. HDMI на тюльпанчике, все выходит. Такая же штука бывает наоборот. Два AV. AV to HDMI. То есть наоборот, у нас вход будет тюльпанчики, выход HDMI. Для чего она применяется? Зачастую также бывают устройства, у которых нету вот такого выхода. А подключить его требуется к телевизору, у которого нет HDMI. И соответственно применяется уже конвертер AV to HDMI. Точно такой же на вид, точно такой же с питанием, со всеми делами. Но обратная, скажем так, процедура тут происходит. Тюльпаны преобразовываются уже непосредственно в цифровой HDMI выход. Они также часто применяются. Также я рассказывал о применении HDMI to VGA конвертеров. Бывает также наоборот VGA to HDMI. Они могут быть уже с кусочком там HDMI кабеля, к примеру. То есть этих конвертеров масса. Но это обязательно конвертер с схемой. Я расскажу, наверное, разберу как-то в следующем видео, если будет интересно. И покажу, какая там схема. Там у меня есть, скажем так, тестовый вариант, который я разбирал уже, смотрел. Схема достаточно сложная. И вот такой вот просто провод, который просто проводок, с одной стороны HDMI, с другой тюльпан, но работать не будет. Поэтому не ведитесь на дешевые всякие уловки. Этот конвертер недорогой, кстати говоря, он там в районе $10 стоит. Но он действительно рабочий и работает очень давно, под нагрузкой у меня все время в работе. Поэтому рекомендую. Всем спасибо. Подписываемся на канал, ставим лайки. Пока.